Всем привет, друзья! Я снова в Костко заехала с работы. Хочу показать, смотрите, какие персики красивые. 8,50 за эту банку такую. Классно так упаковано. А вот здесь в маленьких баночках таких. И вот сегодня печенье. Это уже вчера было 5. Я взяла баночку одну, а сегодня уже по 3. То я еще взяла 2 баночки. 2 коробки, вернее. Так, это моя подружка берет 2. И ее соблазнили эти персики. Она берет эти персики. Я то не хочу. И вот это возьму, эту такую читу-дриту. Возьму Давиду на Рождество. Он видео мои все равно не смотрит. Не будет знать. На Рождество ему будет, потому что у нас у всех есть, у девочек есть такие игрушки. Это когда днем хочешь там немножко полежать, он приходит с работы, и у него нет такой никакой подушки. И вот это я ему возьму. $20 она стоит. То я куплю. Вот покажу немножко всякие печенья, какие есть. Вот такие с корицей. $9 за такую коробочку. А это у нас как такие, как сухарики с чесноком. $5. Здесь печенье. $10. Тоже какое-то мягкое такое. Так, вот здесь какие печенья. Вот эти вкусные. И с кокосом они, и шоколадом. $9 такой пакетик. Здесь 510 грамм. Вот такие есть. С орешками $7. Эти $9. Вот шоколадные такие же. Dark. Черный шоколад. Вот они в таких пакетиках. Такая коробочка $9. А это 7,50. Вот такие слоеное тесто. Ушки такие классные. А это тоже такие. Из шоколада внутри тоненькие. $9. 9,79. Можно сказать $10. Эти $10 бискотти такие, они такие хрустящие, такие твердые, сухие, с орешками, но очень вкусные, с чаем. Ой, так, я даже их не видела, смотрите, как налистники, блинчики такие с шоколадом, 6,50. Интересно, да? Вау. Сама как-то никогда не покупаю. Эти печенья не беру. Вот эти печеньки очень вкусные. Коробочка $7. Они такие хрустящие, очень классные. Это такие маленькие мини-печеньки. $13. Ого! А это... зверюшки такие, крекер, очень вкусные, $10. Ну, баночка такая не маленькая, небольшая. В Sam's Club они дешевле. И банка эта побольше. А здесь вот такая. Здесь 1,81 кг и $10. Вот эти на бесплатке все дают такие печеньки. Торт делать можно с них. Очень удобно. Это уже с сыром такие. $8. Это рыбки такие тоже с сыром. Goldfish. $10 такая упаковка. Здесь 3 больших пакета. Ой, какая большая машина. Вау. $80. Вот это класс. Большая на пульту. Вот $15 такой светильник. Смотрите. Был 60, потом 45, потом 20,
Потом 15, представляете? Вообще супер. Супер классные. Эти две лампы такие. $80 белые вот эти сейчас на тумбочку. $20 скидка, так они стоят, а сейчас 80. И вот эта черная высокая $100. Вот такая. А это 150 вот это. Вот корица такая молотая. 300 грамм за 3,69. А это дрожжи. 4,89. Вот такая большая здесь. Упаковочка 2 ЛБ 908 грамм. Мы на Украину пересылаем хлеб выпекать, пироги, все такое очень классное. А это сушеный чеснок 5,49. Это чеснок соленый. Чеснок и соль 8. Соль. Вот приправа такая для мяса, стейк. Моя сестра спрашивала ее. Вот такая банка 822 грамма. Она сейчас $5. $2 скидки. Вот, так что. И будет эта скидка будет до 01.09. Хорошая она приправа. Это черный молотый перец, баночка. $4. Тоже я покупаю такой. Вот такой. И есть горошком перец вот такой. 4,50. Это жгучий перец красный, 3,29. Это паприка копченая, 4. Это все такие приправы. Это сахар, вот такой я в чай беру. Натуральный такой, коричневый. То $8 за 6 ЛБ, где-то 3 килограмма. Это все приправы. И вот снова это такая приправа здесь стоит еще. Это мука, кто-то рассыпал муку. Вот. Один пакет муки 5,44 килограмма, $7. И вот всякие тоже есть. Здесь сушеные приправки такие. Орегано вот есть. Я их не люблю. Так что. А вот ореховая мука на макаронцы. 11,59 такой пакет. Здесь 1,36 кило. Выпекать макаронцы, печеньки тут такие. Так, сода, уксус. Это все чипсы здесь такие. Пакеты мы. Нужно крылышко посмотреть. Здесь очень вкусные, стоят они $18. А иногда есть скидка, то $4. Там бывает скидка на пакете. Но что-то я не вижу, наверное, это не этот ряд у нас. Вот пицца замороженная, 13-12. А это рекламируют еду. И ты берешь и пробуешь. Здесь, опа, вижу чай, если это тот. Да, вот $5 чай по скидке. Он был, ой-ой-ой, 13. Какая классная банка, да? Я возьму, это в пакетиках, 240 пакетиков. Я возьму эту баночку, даже на подарок будет красиво, да? Классно. Так, здесь всякие напитки, воды упаковками. Газованные, вот. $10, $7 упаковка.
А здесь стиральные порошки. 12 долларов. 13. 14. Вот такой. Это 14, но 3,60 скидка сейчас. Тайд. Вот сыпучий 28. Жидкий 20. А, это в таблетках 24. Ох, как пахнет здесь порошком. А вот это очень люблю добавлять в стирку, чтобы мягкая была одежда и очень пахнет классно. То если берешь этот и этот порошок, то 8,60 скидки. Вот на этой баночке это тоже добавлять. То это 13. Сейчас 3,50 скидки, так она 16, 17, ого. И вот салфетки. Очень выгодно здесь покупать. Вот 9,59, да. Здесь одна такая, нет, две коробки таких, две пачки больших, но они бывают на скидке по 3, по 4 доллара скидки. Это в сушку, когда сушить одежду, в машинку бросать тоже. Пахнет одежда хорошо. То я тоже покупаю, когда скидка. Так. Здесь у нас уже идут химии. Туалеты вот чистить. 13 долларов. За такие 4 вот банки. Конечно, здесь выгодно, потому что оно идет такими большими упаковками. Это вот щетка для унитаза, 2 за 20 долларов. И 2 запасных еще. И вот эта хорошая штучка, 12 долларов. Это чистить, с одежды очищать. Такой скотч классный. Так, буду разворачиваться. Вот это тоже хорошенький. Это в туалет ставить такой спрей. Убивает запах. Хороший такой дезодорант для туалета. 12 долларов. Сейчас 4,50 скидка. Вот. Вот даже нарисовано, показано, что... Ой. А это такие освежители тоже в розетку. Это можно в туалет, можно на прихожую. Ох, наверное, я порезала руку об кордонку. Тоже классные. Я их покупаю, когда скидка. Сейчас они 15 долларов, я их покупаю по 11. Так что. А это соль, которую засыпать. Ой, куда что засыпать, я рассказывала. Чтобы хорошая чистая была вода. То мы покупаем ее и засыпаем тоже. Это коврики тоже здесь маленькие такие. Так, здесь у нас идут салфетки и пластиковые тарелки, ложки, вилки. Так что мне туда не надо, уже буду ехать. Это за 11 пепси, 36 баночек. 11,50. Это тоже 36 таких. Это спрайт 13 за 35 баночек. Кока-кола вот в стеклянных баночках 25 долларов. И еще хочу показать вот эти мочалочки. Они очень классные. Ими очень легко все отмывать. Фломастер на стенах, на стульях, на столе. Вот. 10 долларов они. 11 таких мочалочек. Мы работаем с такими мочалочками в наших хозяек, когда убираем. Ну, когда у них есть. Мы не покупаем свою химию, не приносим. Мы чистим их химией. И все мы... принадлежностями, которые они хотят. Все, друзья, скупилась. Уже жду свою подружку и будем ехать. Вот сколько людей, не очень много.
Хорошо, нормально. Резина здесь сразу продается на колеса, на машины. Машина вот продается в салоне, в самом магазине стоит. И вот я сижу за столиками здесь, чекаю, жду. Вот здесь покупают еду и кушают. Когда был вирус, то эти столики убрали, а сейчас, слава богу, что поставили хорошо.